лежим, отдыхаем. И тут к нам пришел в гости псина. Псина, ты что там увидел, а? Ты к нам так свободно заходишь, да? Выходить не собираешься? Иди, я тебя с собой, вон, корм привезла. Сейчас мы покушаем, да? Ой, выходи давай. Выходи со мной. На, псина. Кушайте. Ты индийский? Как тебя зовут? Раджа? Или Шарик? Кто-то есть? Мальчик, девочка? Кто-то есть? Псина. Ты такой добрый, хороший, да? Вот ты. Где наши бананы? Вон они, наши бананы. Псина, ты мне уже что-то жрешь. Не укусишь ты меня? Нет? Что-то я никак не славлю, где наши бананы. Вот они, бананы висят. Перед нашим крыльцом. Да? Перед крыльцом? Псина, ну... туда не надо заходить, ну тебя нафиг. Что? Мы отдыхаем, у нас сад тропический, да? Песик. Кто тебя тут кормит? Никто? Кто там, ящерица, наверное, да? Змеюги. Сейчас Орешу будем будить нашего, да? Время уже пора просыпаться. Что, ты со мной пойдешь? Со мной не надо заходить. Орешек, когда ты будешь просыпаться? Поросеночек. Почему поросеночек? Да? Я больше всего сейчас не хочу, чтобы ты на меня наезжала. Там тебя пес вот ждет, сидит. Вот он, черный. Вчера был белый, сегодня черный. Не, белый сегодня так лизал. А этот, ты знаешь, какой ласковый. Я ему и курицу дала, и корм для собак дала. Теперь здесь стоит, прижился, да, чернявый друг. Ты у меня теперь тут жить будешь, да?